Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами на связи Артём Плешков, и сейчас в этом видео я сделаю видеообзор на новый курс «Способ номер один заработать деньги прямо сегодня». Я сам, кстати, купил уже лицензию на данный курс, и сейчас я покажу вам, из чего он состоит, что вы получите, что, как бы, сколько бы вам это стоило, если бы вы делали все это сами. Ну, короче, сделаю такой полный обзор. Значит, смотрите, во-первых, давайте подумаем по цене. То есть, сколько бы вам обошлось сделать такой продукт самим с нуля, если бы вы все делали сами. Хочу обратить внимание, что курс полностью состоит вот из таких рисованных видео. То есть, вот здесь у нас видео. Хотите заработать денег на отдых? Вот. И вот здесь вот это видеопрезентация на продающей странице. Также у нас есть сам курс, который вот состоит целиком и полностью из таких вот уроков, да, графических. То есть вот здесь вот так вот делаешь, раз, люди так вот выходят, да, то есть так с указочкой. Здесь можно нажимать и смотреть полностью. Вот смотрите, сколько здесь уроков. То есть первый урок, назад. Так. Что нужно сделать? Тут тоже смотрите, сколько уроков. Назад. Как лучше сделать? Вот, видите, да? То есть, какой продукт лучше продавать, куда лучше гнать трафик, как и где лучше искать авторов рассылок, как лучше продавать рекламу в рассылках, как лучше оценивать результаты. То есть, вот это все, каждый ролик, он рисованный. То есть такой ролик называется Doodle Video, да, то есть когда мы создаем его из картинок. Вот если вы сами будете это делать, либо будете кого-то нанимать, то вот вбейте просто в Гугле запрос стоимость как бы рисованного видео. И вот здесь я нашел уже сайты. И вот здесь вот если перейти, то мы увидим, что $239 за одну минуту. И вот здесь я уже перевел, сколько $239 стоит на данный момент. По сегодняшнему курсу это более 11 тысяч рублей. 11 783 рубля за одну минуту. Здесь же, в этом курсе, все видео, они вот такого качества, да, именно из картинок. И при этом, смотрите, вот даже вот один вот этот ролик 10 минут, да. Вот этот ролик 16 минут. Вот этот ролик 13 минут. Вот сами умножьте теперь даже на 10 тысяч рублей. То есть, чтобы сделать вот такой ролик, нужно более 130 тысяч рублей. Вам же это, по сути, достается бесплатно. Ну, реально бесплатно. Вот. Потому что сами обратите внимание, что если мы посмотрим на стоимость самого мануала, давайте мы сейчас зайдем на продающую страницу, то цена всего 390 рублей. То есть, сами понимаете, что это, не, ну, это реально бесплатно. Если учитывать то, сколько стоит денег ролик один вот такого качества. Ну хорошо, давайте я покажу еще, вот, какие страницы подписки у вас будут. То есть вы можете этот курс как продавать сразу, так и набирать на него подписную базу. И вот примеры нескольких подписных страниц. Их на самом деле больше, но я вот тут просто три штуки выделил, которые мне больше всего понравились. Это вот такая страничка, вот здесь если нажмем... Без вложений, то это возможно. То это как бы видео начинает грузиться автоматически. И вот здесь, когда человек захочет получить этот способ бесплатно, он нажимает «Скачать инструкцию», и у него выходит вот такое окно. То есть, все тут затемняется. То есть, все очень так по новым стандартам сделано. И человек уже спокойно подписывается. Либо вот страничка подписки тоже интересно выполнена, да? То есть, вот он, сам обложка курса. Да, то есть, хотите бесплатно узнать, как 100% прямо сегодня заработать кругленькую сумму. И вот нажимаешь «Да», и как бы тоже выходит такая вот формочка подписки. Вот. И вот здесь «Хотите заработать в интернете?» «Да», «Нет». То есть, если человек нажимает «Нет», ему выходит тоже. Вы уверены, это бесплатно. Может быть «Да», человек нажимает «Да», выходит, опять же, форма для ввода e-mail. Здесь сразу, если нажимаем «Да», то вот. И все вот такие странички подписные, они будут ваши. То есть, вы можете спокойно их распространять по интернету и... как говорится, набирать базу подписчиков и зарабатывать деньги с продаж данной лицензии. Кстати, по статистике могу вам показать, что у меня получилось за буквально несколько суток.
Вот, и плюс вы еще будете набирать базу подписчиков. Хорошо, давайте сейчас я покажу, что вы получите внутри самого курса. То есть вот вы получите такой файлик. То есть когда вы, если вы купите лицензию, да, вот на продающем сайте, вот здесь, то вы получите вот сразу в zip-архиве файл. То есть вот если нажмете «Перейти к покупке», оформите заказ, оплатите его, у вас будет вот такая папочка после покупки. Вот так она выглядит. Вот. И здесь у нас есть лицензия на продвижение данного продукта, инструкция по настройке. Кстати, если вы сами не можете настроить, можете обратиться и к нам тоже. Мы тоже можем вам помочь в настройке данного комплекта. Но в любом случае инструкции есть, поэтому не беспокойтесь, ничего сложного нет. Дальше. Сам курс на скачку идет. Курс сайт. Подписные страницы, про то, что говорил. Продающие страницы. Промо-материалы. Тут у нас есть и заголовки для публикации в Nolix. Такая программка есть, специальный онлайн-сервис по привлечению трафика. Для рерайта. Посты и статусы для социальных сетей. Баннеры. Вот. Кстати, по баннерам, чтобы вы тоже понимали, баннеры сами по себе заказать тоже стоят достаточно дорого в хорошем качестве. Вот. Я вот заказывал, когда сам по себе какие-то там баннеры на свои продукты, то я отдавал где-то 1500-2000 рублей за один баннер. Здесь же вы получаете качественные баннеры абсолютно бесплатно. То есть они идут как бы в комплекте. Вот если сейчас у меня загрузится, вот уже началось грузиться в Internet Explorer. Да, загрузилось. Так, вот мы видим здесь, да? Вот такой баннер у вас тоже будет. То есть выполнен очень качественно. Тоже такие тона интересные, светлые. То есть хочется прям нажать и узнать подробности. Вам не нужно, опять же, тратить деньги на разработку этих баннеров, платить 2000 за каждый баннер. Они вам идут бесплатно в комплекте. И вот таких тут баннеров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7-8 штук. Опять же, тысяч вы уже 16, 16 как бы экономите, да? Хорошо. Страницы после активации подписки. Тоже все это идет. Ну, вот такой вот курс интересный. И я вам обещал показать по статистике, да? Как хорошо у меня идут продажи этого курса за последние там часы. Сейчас я остановлю видео и продолжу, когда включу свой биллинговый аккаунт. Вот, как вы можете видеть, вот он, этот продукт, вот 390 рублей его цена, вот 18.05, вот 18.05, да, и вот тут, если даже ниже будем смотреть, тоже заказы идут, вот 390 рублей, 390, это все вот этот продукт, да, то есть мануал лицензии, вот так его хорошо покупают мои подписчики. То есть получается, цена лицензии 390 рублей, то есть с первой продажи вы окупаетесь, со второй вы уже получаете прибыль. И вот сколько уже прибыли я получил. Вот, друзья, вот такая вот хорошая воронка продаж. Я для себя ее взял, потому что я постоянно сам создаю подобные воронки продаж, и как бы я хочу, чтобы у меня было много таких воронок продаж, которые приносят деньги. И вот эта воронка продаж, чем она еще хороша, это то, что она недорогая. То есть особенно она будет полезна как бы новичкам, потому что у новичков всегда проблемы с деньгами. А здесь вот за такие смешные деньги приобрести полностью бизнес под ключ готовы, да. Это многого стоит, да? При этом цена смешная, 390 рублей. Вот. Так что внизу под этим видео есть ссылочки на вот эту страничку для оформления заказа, покупки лицензии. Оставлю ссылочку вам на примеры подписных страниц, чтобы вы посмотрели, да? Ну, если хотите посмотреть качество самого курса сами, то также можете на этих подписных страницах подписаться и получите непосредственно уже доступ вот к уроку, где к урокам, именно которые я вам показывал вот здесь на этой страничке.
То есть здесь вы уже сможете посмотреть сам курс. Но хочу сказать одно, что конкуренты не спят действительно. Сейчас все понимают, что это очень классный курс. Они его как бы покупают, настраивают и начинают продвигать уже по своим подписчикам, покупать рекламу там в чужих рассылках и делать на этом хорошие деньги. Поэтому пока этот курс совсем свежий, и вы хотите прям быстрее на нем заработать, то чтобы заработать на нем сегодня, приобретайте лицензию. Там, если у вас есть рассылка, делайте рассылку по своим базам подписчиков. Если у вас базы подписчиков нет, опять же, обращайтесь к людям, у которых базы подписчиков есть. Где этих людей взять? Опять же, в самом курсе это вам расскажут. То есть вот здесь есть также видеоурок, где брать этих подписчиков, да, то есть где брать авторов со своими рассылками, как с ними договариваться. Так, по-моему, это вот здесь, по-моему. Давайте сейчас посмотрим. Да, куда лучше гнать трафик, вот урок. И где, и как лучше искать авторов рассылок. Вот, пожалуйста, 16 минут урок длится. То есть вам все тут расскажут детально. И, ну, то есть очень просто, и вы прям школьник даже поймет. Вот, поэтому не спите. Конкуренция, как бы, конкуренты не спят. И чем дольше вы оттягивать будете решение принять данный продукт, купить данный продукт и начать его продвигать, тем сложнее вам уже будет это сделать. С вами был Артем Плешков. Вы знаете, что вам делать. До связи. Встретимся с вами в следующих уроках. Пока-пока.